Рабочая группа во главе с сенатором Крымом Казаноковым посетила светлую обновленную школу аула Кубина после капитального ремонта, чтобы лично проверить качество питания учащихся и оценить, насколько дети довольны рационом. Из чего состоял обед и всем ли понравилось, расскажет Альбина Курочинова-Кенжева. Когда ребенок начинает ходить в школу, требования к его питанию меняются, ведь у школьников довольно большие психологические и умственные нагрузки. Кроме того, многие дети посещают спортивные секции. При этом организм продолжает активно расти, поэтому к вопросам питания ребенка школьного возраста всегда следует уделять достаточно внимания. Пока шли съемки сюжета, мы заметили, как дети с неподдельным интересом и в предвкушении заглядывают в столовую, предугадывая по ароматам, что же будет на обед. Сегодня в меню наваристый борщ на первое, а на второе – любимое блюдо всех школьников – воздушное пюре с куриной котлетой, плюс салатик, компот и фрукты. Столовая на самом деле очень хорошо кормят, тут все вкусно. Особенно я люблю куриные котлеты, а на первое – борщ. Тут вкусно кормят. В рацион школьника необходимо включать в меню белковую пищу, мясные продукты, творог, молоко, яйца, а также жиры и углеводы. Еда должна быть многообразной, насыщенной витаминами и микроэлементами, сбалансированной по составу. Родители сегодня тоже присутствовали в качестве экспертов школьного питания. Руководство школы всегда в тесном взаимодействии с родителями учащихся и часто приглашают в школу на различные мероприятия. И сама попробовала очень вкусные блюда, и первое, и второе. Ребенок, как я сегодня уже говорила, приходит домой, даже просит приготовить блюдо, как в школьной столовой. Любимое блюдо моей дочери – это борщ, это куриные котлеты и салатики. А фрукты она ест все с большим удовольствием. Подытоживая школьный гастрономический экскурс, рабочая группа осталась довольной качеством школьного питания и здоровым румянцем на щеках у ребятишек. Напомню, что такие рабочие группы были созданы во всех субъектах Российской Федерации по поручению президента, которое он дал для того, чтобы оценивать как ход капитального ремонта и оснащения образовательных организаций, так и организации самого питания. В этом году нам поставили задачу для контроля качества питания не только за вкусовым, за тем, насколько разнообразное меню, нравится ли оно детям, но и лично попробовать убедиться в том, что продукты вкусные, приготовленная еда вкусная. Дети с удовольствием уплетали, съели все, что им приносили. Отзывы и от детей, и от родительского комитета только самые лучшие. Депутат говорит, что такие визиты рабочих групп будут по республике очень часто, но без предварительного анонса, чтобы создать эффект неожиданности. Альбина Курочинова-Кенжева, Либастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.